Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Кран, мы продолжаем проходить GTA 5, и хочется сказать, что да, многие просили меня сбегать на штрафстоянку, но, честно говоря, там машин нету, вот почему я на нее ездил в офлайне, то есть не на запись, и там только одна машина моя, джипик бело-розовый, стоял, и больше ничего, вот поэтому я туда больше и не езжу. И да, вчера я затюнинговал Бугатти, я ее наконец-то спер, поставил в гараж, сохранился. И оно пропало. Поэтому я не знаю, что тут. Может, у меня с сохранениями беда, может, я что-то не так делаю. Поставил гараж, сохранился, и ни хрена не сохранилось. Ну, хрен с ним, у нас остался достаточно веселый мопед. И еще, да, хочется сказать же, что вышло GTA Online. Я вчера пошел, купил роутер, но не мог настроить интернет на PlayStation 3. А мне написали: да как ты роутер не можешь настроить? А я-то его настроил, на компе-то все работало. Ну, конечно, не считая того, что роутер кусок дерьма дешевого и постоянно и нет обрубает, но не в этом суть. Ну там просто с PSN у меня были какие-то проблемы, я не мог зарегистрироваться, но в итоге все-таки зарегался, ну то есть PlayStation Network, сети PlayStation-овской, смог вчера зайти в GTA Online, и сегодня вечером, если Станислав, мой лучший друг, то не в курсе, который тоже играет в GTA 5 на PlayStation 3, соизволит настроить у себя PlayStation Network, тогда мы будем с ним играть в онлайн GTA. Ну а пока проходим сюжетку. Так, ну что, наш ниггер. Ладно, не буду российские шутки сейчас выкидывать. Ну, Лапроб просто понимает, что говорят собаки. Так, если мы бежим за собакой, то есть... Точно так же, да. What, boy? Он прыгнул. He just jumped out of fucking helicopter. His parachute fell to open. And now you kind of wish he'd missed a tree. But morality is a human construct, and you are not hardwired to think that way. I can't believe I'm getting smart talked by a fucking dog. Say what? Say Wait, what? Wait, you talking about my kind of bitches or yours? This shit is getting weird now, man. Так, я уже выдохся. What's wrong? Look at this fool. Там же полметра высоты, что, спрыгнуть не может сам? Hey, bro. You mind giving me a hand here? Man, that's a cool-ass dog you got, homie. What dog? That dog that saved your ass, man. Dude, I have no idea what you're talking about right now. What the fuck? Hello? When you got a moment. Here you go. My bad, dog. Oh. Oh. Oh, man, that was wild. Woo! See, I'm not an adrenaline junkie. I'm a control junkie. Yeah, that parachuting is intense, man. And hey, if along the way I figure out what it means to be alive, well then, let's just make this a little spiritual and say I'm on a thought journey. Shit, nothing helps me think clearly like shitting myself while I'm heading towards a certain death, man. Then you're up for it. Not really, dog. Shit, I respect gravity. Oh, I knew you were a pussy. Come on. It's safe, I promise you. Safer than driving a car. The only way it's safer is if you drive a car out of a fucking airplane. Come on! Let's go! Доминик, следуем за Домиником. Будем прыгать с парашюта, наверное. Вот тут это его особняк. Хера там, конечно, здание. Here comes my pilot! Let's next level this shit! Yo, Jeff! You wanna take a bit longer next time, dude? Fuck, I gotta learn how to say no. Не умею отказывать, да. Ну? Или к вам надо подойти поближе. Ух, как он просто мягенько приземлился, не то что я. Так, со мной с другой стороны, да ты? Side, да я уже понял, ты бы еще позже сказал. Fucking insane! Dude, how crazy was that? I was dropping like a dot-com stock in late 2000.
got it. We gotta upload that shit right now. I'm sorry, man, it's all out of focus. I couldn't keep you in the shot. I thought you'd frat for sure. Oh, man, I could hear myself screaming. But inside, I was ice cold. Totally present in the moment. Like, for a few seconds, I saw everything, and it all made Посмотрите на эти пейзажи красивые, пустынные. Так, ну давайте пропустим эти полеты и сейчас начнем сразу же прыгать с парашюта. То есть, да, какая-то непонятная хрень творится, потому что мы шли за собакой. Ух, хера. Смотри, хера, он взлетел. Охо-хо-хо-хо-хо-хо. Вот это высота, друзья. Обалдеть. Ого-го, как джойстик трясёт. Так, нам надо приземлиться на гору, на пик горы. Так, ну давайте теперь попробуем приземлиться все-таки. Так, сфокусироваться на зоне приземления. Да я вижу зону приземления желтенько. В принципе, я даже вроде нормально лечу. Вон моя тень даже внизу на скалах. Вот это я красавчик, я просто в цель. Просто в цель, друзья, попал. Вот, на велосипед. Погнали, погнали. Да, парашют скинул, ну ладно. Я думал, он многоразовый в игре. Я должен быть первым, я должен быть первым. На желтенький сяду. Серьезно? Какой ты медленный. Тупо обгоните, да я был первее, я круче. Ого, я чувствую. Серьезно? Ай-яй-яй-яй-яй, тут замедлять нельзя. А-ха-ха, это с... Да. Как я это пройду? Вы что, с ума посходили? Блин, по горам на байке прыгать. Ай, жесть, там же ни хрена не видно. Еще и на перегонки ж, блин. Еще и повороты всякие. Может застрелить его? Это управление, это жесть. А? Ну ладно, давайте еще раз попробуем. И нахрен это задание. Если увидеть, я сейчас смогу. Потому что... Блин, я не представляю, как это пройти. Давай, газуй, 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 газуй. Салага. Такс. Ой-ой-ой-ой-ой. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Я уже вообще боюсь на газ нажимать. Как же тебя виляет. Такс, а там дальше я смотрю еще больше поворотов. Так, еще и выносливость того Франклина не самая лучшая. Пистолет. Может реально застрелить говнюка? Жесть. А, пропуск. Пропустить, да. Пропустить. Можно было пропустить. А, тогда проще, мы продолжаем дальше. Просто оказуалили GTA, но я рад.
Мне не придется это вырезать. Оно само вырезало этот этап, который мы уже проехали. Ну, походу, мы просто золото не получим. Да, друзья, я уверен, что вам, сидя там за компьютерами, и когда вы смотрите это все на YouTube, кажется, что это все настолько просто, но вы даже не представляете, какое тут сложное управление по этим горам. Джойстик трясется, камера трясется, все как-то трясется. И поэтому все не так просто, как хотелось бы. Так, как бы его догнать? У нас-то у Франклина выносливость не прокачана. Вроде бы. Просто сейчас еще начнутся ХП отниматься. Ну, надеюсь, выносливости хватит. Но парнягу мы этого догнать не можем. Да мы бы его сделали, если бы он по-честному играл. Мы-то приземлились быстрее, потому что мы красавчики с парашютом. Все четко сделали. Ага, это что такое? Перегнали его на последнем повороте. I was operating at the perimeter of my parameters, and you were being reckless! And now you're having a winch. A what? Listen, meet me by the airport when you're grown up here, all right? Да-да, сохрани, ну сейчас бронза, да? Свободное падение, пропуск. Так-так-так, все, хватит. Так, теперь у нас появились прыжки с парашютом. Ну, так, а что у нас тут? Так, за Франклина у нас есть еще к Лестеру съездить. Что, поедем, да, на байке все это проедем, 8 километров, подумаешь. Ну, давайте еще прокатимся немножко на велике и тогда вызовем такси. Надо прокачать немножко выносливость, все дела. Хотя сейчас глянем кое-что. Выносливость, да, практически прокачана где-то на 96-97%. Осталось чуть-чуть и будет 100. И наш Нингер будет просто вынослив. Ну, похудеет, может, немножко. Ну, туристы идут такие, с рюкзачками. Прогуливаются. О, хера, куда он... Ох ты! GPS с ума сошел. Вот это да, вот это жесть. А ну-ка, на дыбы, чё-то на дыбы нельзя вставать. Ну ладно. Так, что у нас тут есть? Нет, двери закрыты. Прикольно, прикольно, конечно, туннельчик такой. Вот это да. Давай, Нигер, давай, жми педали. А мне надо клацать. XXX, крестик. Да, такие панорамы тут открываются замечательные. Красота, красота. О, тут как раз, кстати, будет вопросик, но который доступен только Тревору, как я полагаю. Ну и ладно. Так, а у нас же там есть, можно будет заняться скоро дайвингом. Ну, кстати, что за... Ага. А я знаю эту бабу, я на одном видео про нее смотрел. Ладно. Кто этого не видел, будет достаточно интересно, друзья. Я спойлерить не буду. Но приготовьтесь к веселью. Садись. Am I glad you came along? I was out hiking and got lost. I've been trying to flag down a car for over an hour. Why didn't you just call someone to come pick you up? I couldn't get a signal on my cell. And I don't really have anyone to call. Not since Mama passed. She was very hard on me, but how I loved her. I have her hair in my backpack. What? The days get long out at that house all alone. I don't get many visitors anymore. Gardner used to come on Fridays till he got real sick and fell off that cliff. Folk, well, you know how they like to talk. But now, it's just me. Living on soup.
soup I make from old soup. Soup after soup after soup. I have to get out of there sometimes and clear my head. Those damn birds, always singing, no matter how many times I poison them. Bird soup. Soup with bird. Birds with soup. Every night I think I found peace, but then morning comes and with it another fresh hell. I come up here to escape them and they're still singing, taunting me! No, the house hasn't been the same since Mama passed. Most days, I just work on my project so I can be rich and have all the gentleman callers I want, like a real lady sipping on tea on a porch. You know, I love working with rubber, burning it, tasting it. You've got shoes. You've got feet, am I right? Hello? Clothy cloth ears, are you listening? You've got shoes, you've got feet, am I right? Man, I'm not gonna say you're wrong. But what about shoes that look like feet? You mean toe shoes? Yes, shoes that look like feet, that's what I just said. Shoes that look like feet, shoes that look like feet. Feet that have shoes on them that are feet. Because you know you can buy those already, right? No, you can't, Mr. Silly Pants. How can you buy them already if I haven't made them already? Dummy, dummy, dum-dums. I like you. You're silly. The gardener was silly. He got sick. Folk talk. You sure you okay? Are you okay? Because this guy who picked me up the other week wasn't okay. He choked to death on his own hand. Okay, it's official. Your ass is crazy. Crazy Maisie sitting on a daisy. But what are you gonna do? Spank me? Shave me? Lock me in the cellar with a spider called Molly Foster? Dress me up as a boy and make me drink through a little pink straw? Because you can. Mama oftentimes would. Don't pick your scars. Stop eating soil. Where's your pony, little girl? I'm Johnny now. The pony's dead. I hate you. I love you. Will you be my daddy? Fuck, man, and this is why you don't pick up hitchhikers. Okay, I'm fine. Focus on the sunshine. Go to the garden. Pick them pretty flowers. I'm sorry. I didn't mean nothing. I get so anxious. Ever since Mama took Blanky away and burned him, you seem like such a nice man. Have you ever drunk a mint julep? Why do I always go and ruin everything? Just like I did with that litter of puppies. I'll just be quiet. Yeah, maybe that's a good idea. Все, ну поболтала. Вы просто читайте эту жесть, да, что происходит. Подобрали попутчицу, и она нам начинает такой бред чесать. Это просто жесть. Франклин просто в шоке. Но я специально ехал помедленнее, потому что я знал, что она будет много болтать. Так, ну вот, в принципе, мы и приехали к ее дому возле маяка. This is it. Thank you. Here's my number. Will you call me sometime? Урсула. I get so lonely out here all by myself. Я тебе позвоню. I love you. Я люблю тебя. А, Урсула, Урсула. Это какая-то жесть, друзья, просто. Да, Франклин такой еще сказал, вот почему не стоит брать попутчиков. Ну, у нас есть теперь ее номер телефона, я не знаю, может потом ей позвоним, и еще будет много чего интересного связано с ней. Доминик, жду тебя в аэропорту. Давай, Доминик, немножко попозже. Сейчас мы, правда, вызовем такси, так, с контактики. И вызываем. I need a cab as soon as possible. Stay where you are. I got a driver right around the corner. А то 7,5 километров ехать как-то не камильфо. Да, все-таки тут красиво, скажу я вам, друзья. Давайте выберем снайперку, чтобы насладиться пейзажами. Да, прикольно, прикольно. То есть такой маяк у нее, этот домик. Блин, ну анимация радует. Ничего не скажешь. Когда на компе игра выйдет, будет просто радовать глаза. Привет, я тут со снайперкой, блин, двухметровой. Подвези, пожалуйста.
Да, ну, естественно, пропустим. Можно, конечно, наблюдать, как таксист едет все эти 7,5 километров, и ты смотришь на дорогу. Но не в этот раз. Сейчас будет мимолетная загрузка, и мы уже приедем на место. Да, уже и потемнело. Так. Ага, вот и Лестер, как всегда, возле городского телефона. It's me, dog. Where we at? We're at Enzo Benelli. Mafia guy turned real estate developer. He's bullied his way onto half the building contracts in Los Santos. Extortion, murder, labor racketeering, you name it. There's not a construction worker in town earning a livable wage right now, and Gold Coast Development is about to go under. And let me guess, you got a personal interest in Gold Coast, right? Anyone think you'd done this before? According to Benelli's cell phone, he's at the construction site downtown. It's done. One small problem. My source squealed. Benelli's expecting a hit. Watch yourself and go equipped. You'll have a lot of muscle. Так, ну, как всегда, нам надо кого-то грохнуть. Возьмем себе самую лучшую тачку, которую только нашли. Замечательная тачка. И едем буквально 900 метров. Но... Шпион проболтался, и теперь наша жертва знает, что мы приедем его убивать, и, как всегда, будет сложновато. Особенно, что сейчас ночь. Мы так долго ехали, что уже потемнело. Прости, брат, прости. А-а-а, что это за грузовик? Я вообще-то на убийство еду, не мешайте, как бы, мне. Время, деньги. Такс. И, как мы полагаем, он где-то должен на стройке центральной быть, так... Я правильно понял? Стройка за стройка, такс. Паркинг. Как всегда, на паркинг заезжаем. Calm down? There's a fucking price on me, and you're telling me to calm down? I'm gonna stay near the chopper. You dumb fucks do your job! Ох, как он высоко-то поехал. Так, со мной что делать? Можно, короче, забраться. Забраться, да? This is private property. Get out of here. А, вот так вот. Вот так вот. Как тебе такой расклад? Короче, давайте просто агрессивненько, агрессивненько возьмем вот эту пушечку. Так повеселее будет, я думаю. Чем если мы просто по сплинтерселовски пройдем. Так, спрячься. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Вы связались не с тем нигером, сучки. Так, все, откинул копыта. Так, а мы ищем, где же тут можно забраться повыше. О, мне что-то подсказывает. Так, давайте. Business, вот так вот. Ой-ой-ой-ой, не стреляй, дружище. Да я добрый. Я бы вас всех вообще не трогал, вы сами... Начинаете сопротивляться. Я бы вас всех не убивал. Мне лишние жертвы. Ухо. Вы видели, как он подпрыгнул? Опа. Так. Ну, как обезьянка, как обезьянка. Так, вот, по идее, лифт, да? Чтобы воспользоваться, нажмите на дипэде вправо. Не спеша такой. Перезарядился, хотя я не нажимал. Ну так, а чем-то надо заняться. Опасный лифт, конечно. Какая-то штука непонятная с ужасным отражением. Так, давайте спрячемся. Что-то много красных точек. О. Только где вы? А. Я понял. Playing here. Where the fuck is Benelli?
Ну, мы типа хорошие же, мы убиваем плохих ребят, которые... плохими делами занимаем. Такс, я только заметил, что у меня хп 0. У меня тупо 0 хп. Надо восстановиться хоть немножко. И будем играть аккуратно, типа. Чтоб не сдохнуть и не начать все заново. Готов. Такс. Но мы не на том этаже, что надо. Хера-хера. Прячется такой умный. Вот так вот. Я еще умнее. Как тебе такой расклад? Вот так вот. Вот так вот. Будет каждый страдать. Преступник. Хотя я сам преступник, ну блин. Я типа свою карму так немножко заглаживаю, когда убиваю еще более серьезных преступников, мафиози всяких. Хотя я вообще концовку игры знаю, но надеюсь, многие из вас не знают, и для вас не буду спойлерить. Прикольно, конечно. А интересно, такие лифты доступны и вне задания? Ой, я... Да... я хотел... я хотел насладиться пейзажем. Вы что, стебетесь? Вертолет? Серьезно? Не прикинь, так умер Франклин, все. Эта история закон. Все, спасибо, что смотрели. Это было полное прохождение GTA. На этом все закончилось. Так, все. В этот раз я уже так не протуплю. Вот так вот. Я сразу сфокусировался. Так, сверху, как всегда, виднеется кран. А это значит, что все будет хорошо. Там, где есть кран, там все хорошо. Вы ликвидировали цель. Покиньте территорию любыми способами. У меня парашюта нету, да? Блин, играл бы за Тревора, мог бы упасть в небоскреба и не сдохнуть. А, о! Ну да, парашют. Нам как раз его и дали. Ну что, друзья, приготовьте. А тут парашюты, да, раскиданы, я смотрю. Ой, я думаю, я сейчас упаду туда нахрен. Так, у меня даже немножко ладошки вспотели. С такой-то высоты прыгать. Ну, погнали. Here we go. Понеслась, опа. Красота, просто красота. Планируем немножко. Так, я хочу вот в том парке приземлиться. Красивый, красивый парк. На красивом красненьком парашюте. Сейчас туда и приземлимся. Как краски играют, огни как... золотятся от ступенек мокрых. Или какие они не мокрые, это просто фонарики. А-а-а! Твою мать. Ну все. Парашют скинул, как всегда, зараза. Very nice work, Franklin. Very nice work, Franklin. Просто, друзья, на золото. Просто 100%. Просто красавчик. Блин, прикольно тут. Давайте куда-нибудь в фонарь станем. Так, интересно, а тень он отбросит? Ни хрена не отбрасывает тень. Так. Ну да ладно, пацаны. Всем спасибо, что смотрели. С вами был я, Франклин, и я, Кран. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не пропускайте... последующее прохождение GTA 5. И не забывайте, что скоро будут видосы по GTA Online, там, где мы со Стасом проходим, а там еще много чего будет интересного, а потому что там, во-первых, будем мы играть с другом, во-вторых, там еще куча миссий, там 500 миссий, там больше возможностей, это просто вообще отдельная игра. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока-пока!